Более 500 мишек, кукол и машинок, собранных в ходе акции «Подари игрушку», порадовали в канун Нового года детей из многодетных семей. Кроме этого, ребят пригласили на благотворительные елки. Одна из них состоялась сегодня в Центре творчества «Росток». А бабушке помогаешь? Маме. Грядки поливаешь? Давай напишем. Помогает бабушке. Пусть писать еще не научились, зато список добрых дел внушительный. Все листочки в общую копилку, которую отправят Деду Морозу. Ухаживаю за котенком. Очень помогаю маме выбирать картошку. Уже да, помогает. Ну, когда повзрослее станет, как бы... И дальше будет продолжать помогать маме с папой. Я летом маме и бабушке помогала выращивать цветы и овощи. И мы с бабушкой потом пошли в огород, и мы собирали огурцы, помидоры, капусту и лук. И потом я помогала маме все это варить. Очень важно делать добрые дела. Одно большое общее доброе дело помог воплотить в жизнь женсовет «Чебоксар». Благодаря акции «Подари игрушку» собрали более 500 подарков для ребят из многодетных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целых 2 подарка. Один из них сладкий, а другой подарок с игрушками. Эти игрушки собирали ребята и родители детских садов всего города. К каждому ребенку подходили индивидуально, по возрасту, по гендерному принципу. Мы веселые ребята, нас зовут Снеговики. Очень любим мы веселье, новогодние деньги. И поэтому для вас потанцуем мы сейчас. Танцы вокруг елки объединили всех сказочных персонажей из современных героев любимых мультфильмов. С особой радостью встретили ребята Деда Мороза. Я спешил навстречу к вам, к моим маленьким друзьям. С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю. Нашим детишкам города Чебоксары, нашей республики, родителям пожелать предновогоднего настроения, чтобы действительно Новый год пришел в каждый дом, в каждую семью, чтобы каждый ребенок почувствовал приближение Нового года. Совсем не поздно начать совершать новые добрые дела. И тогда новыми добрыми огоньками засияет наш город. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.